Неси, Алтай, ошейник свой чудесный. Вновь доктор дядя Миша ждет гостей. Нам предстоит немало путешествий, вопросов, разговоров, новостей. За столом друзьям не тесно, разговор идет живой. Будет в школе интересно вместе с Верой и Фомой. Русский язык. Главные и второстепенные члены предложения. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Гаврилович. Я врач на пенсии. Это Алтай, моя овчарка. Скоро к нам придут гости Вера и Фома. Вера учится в 3-м классе. Фома ее старший брат. С ними не заскучаешь. То с уроками разбираемся, то о жизни говорим. Иду! Здравствуйте, Михаил Гаврилович. Здорово, дружище. Здравствуйте, дядя Миша. Привет, Алтайка. Дядя Миша, глядите, что у Фомы. Фома, ну покажи. Сейчас. Вот. Медаль? А за какие заслуги? Они в квесте победили. У нас в школе был краеведческий квест, и наша команда пришла к финишу первой. А Фома был капитаном. Ну что ж, я рад за тебя, Фома. Это достижение. Прими мои поздравления. Спасибо. Ну расскажи, как это было? Мне удалось правильно распределить задачи между участниками. А что это значит? Ну, каждый делал то, что умеет. Антон следил за маршрутом, Аня фотографировала, Егор выполнял подсчеты, Катя делала описание. Так вот, почему вы победили. Перед квестом у нас был инструктаж капитана. Учитель истории проводил. Это он посоветовал распределять роли. Но, кажется, не все капитаны последовали его совету. Грамотное руководство – основа дела. Старшие учат младших, опытные направляют новичков. Точно! Такая модель передачи опыта называется древовидной. Это значит, похоже на дерево? Точно! Учитель истории на вашем квесте – руководитель, это ствол. От ствола отходят ветки. Капитаны команд? Верно! К веткам крепятся листья. Вот точно как у этого фикуса. Листья – это все участники. Если листья прислушиваются к веткам, а ветки к стволу, то все оказываются в выигрыше. Точно. Как говорится, без столбов и забор не стоит. А где еще можно встретить древовидную модель? Она встречается в разных областях. Например, так устроены сайты в интернете. И правда, с главной страницы переходишь на следующую, а с нее еще на одну и так далее. А ведь и предложение тоже так устроено. Чего-чего? Сегодня на уроке русского языка мы учились определять главные и второстепенные члены предложения. А-а-а, и что? Подлежащее и сказуемое – это основа предложения, ствол. А тоненькие веточки и листья – это второстепенные члены предложения. Хе, грамотно рассуждаешь. Да, рассуждаю-то я хорошо. Только с домашним заданием не справилась. Запуталась. Где именно? Мне надо было разобрать по составу предложение. В кустах чирикают маленькие птички. Ну и в чем же сложность? Сначала я нашла основу. Маленькие птички. Так какая же... Да погоди, Фома. Вера, продолжай. Не могу теперь понять, как ко второстепенным членам вопросы задавать. Это надо разобрать. Возьмем сначала другой пример, а потом вернешься к домашнему заданию. Например так. У старого фикуса появились молодые побеги. Ну, Вера, с чего ты начнешь? С главных членов. О чем говорится в предложении? О побегах. Что? Побеги. Это подлежащее. Так. Побеги какие? Молодые. Это сказуемое. Молодые побеги – основа предложения. Ну вот, опять та же ошибка, Вера. А что? На какой вопрос отвечает сказуемое? Что делать и что сделать? Правильно, а ты задавала вопрос «какой?». А-а-а, поняла, надо так. Побеги что сделали? Появились. Вот это верно. Значит, основа предложения – побеги появились. Вот именно.
Теперь ищи второстепенные члены. Второстепенные члены уточняют или поясняют главные. Так, ну и... А как понять, какие слова они уточняют? Сначала найди слова, которые уточняют подлежащее. Побеги какие? Молодые. Прекрасно. Еще есть? Нет. Переходи к сказуемому. Появились где? На фикусе. Верно. Это все? Да. Какие слова остались? Слово «старом». Какое слово оно поясняет? Подлежащее, сказуемое? Никакое. Значит, задаем вопрос от второстепенного члена. На фикусе каком? Старом. Верно, ну вот ты и справилась. Ура! Итак, мы выделили три словосочетания: молодые побеги, появились на фикусе и на старом фикусе. Четыре. Еще словосочетание «побеги появились». Это же основа предложения. А какая разница? Подлежащее и сказуемое выражают законченную мысль, поэтому представляют собой нераспространенное предложение. А, понятно. А можно мне еще потренироваться? Ну, конечно. Только надо предложения придумать, такие, чтобы интересно было. А может быть, нам отправиться в путешествие? В одной чудесной стране как раз нужна твоя помощь. Ура! Алтай, неси ошейник. Мы стоим на холме. Внизу видны сады. Как их много! Тянутся до самого горизонта. Одни большие, а другие совсем маленькие. Каждый сад огорожен, а меж заборами петляют тропинки. Там дорожка вниз, бежим по ней! Вот и сады, а давайте заглянем за забор. Здесь вот, между прутьями. Там растут фикусы. Одни пышные, ветвистые, другие тоненькие, с парой листиков. Ух ты, фикусовые сады. Приглядитесь к деревьям. На ветках и на листьях написаны слова. Кажется, я начинаю понимать. Каждый фикус – это предложение. А все предложения вместе составляют текст. Фома, здесь калитка и табличка с надписью. Ну-ка, так, Пушкин. Сказка о царе Салтане. Я знаю эту сказку. Большой сад. Конечно, это же длинный текст. А вот этот поменьше. Интересно, как он называется? Соколов Микитов, листопадничек. Вот это да! Это же книжка, которую я сейчас читаю. А вот еще калитка. Она ведет в маленький садик. А вот и надпись: «Цепи питания в природе». Такой раздел есть в моем учебнике по окружающему миру. Глядите-ка, а в саду что-то неладно. Растения поломаны. И здесь? К нам кто-то идет. У дяди в одной руке лопатка, а в другой лейка. И очки, как у библиотекаря. Это смотритель. Вид у него встревоженный. Здравствуйте, скажите, что здесь произошло? Ох, беда, беда. Случилось нашествие книжных вредителей. Ох, вот оно что. Кажется, пострадали молодые растения. Да, у них отгрызли листья и ветки. Тексты повреждены. Их невозможно прочитать. Как же теперь быть? Есть выход. До захода солнца положение можно поправить. Как? Ветки и листья пока еще могут прирасти на свои места. Важно только эти места правильно определить. Ура! Тексты можно спасти! Я сбился с ног. Осталось еще 4 сада, а солнце уже клонится к закату. Ох, беда, беда. Мы вам поможем! Справитесь ли? Мы постараемся. В таком случае пройдите сюда. В сад цепи питания? Да, видите, что здесь творится? Деревья сломаны,
превратились в кучу дров. Их надо собирать по частям. Вот именно. Попробуйте, и я примусь за дело. Хорошо. В добрый час. Спасибо. Ну что тут у нас? Давайте разберем вот эту кучу. Прочитаем, что написано на ветках и на листьях. Питание с растений. Начинаются цепи. Сначала найдем ствол, то есть основу предложения, подлежащее и сказуемое. Кто и что он делает? Цепи начинаются. О, ствол прирос к земле. Теперь надо определить, куда прикрепить второстепенные члены. Вот эти листики. Задаю вопрос от подлежащего. Цепи какие? Питание. Прикладываю к подлежащему. Ура, листик прирос. Начинаются откуда? С растений. Прикладываю к сказуемому. Дерево спасено! Цепи питания начинаются с растений. Вы молодцы. Пойдем к следующему дереву, точнее к его остаткам. Желудями мыши кормятся лесные. Ищем основу, кто и что делает. Я думаю, что это мыши кормятся. Прикладываю к земле. Ура! Ствол прирос! Разберемся со второстепенными членами. Мыши какие? Лесные. Прикладываем к подлежащему. Осталось слово «желудями». Задаю вопрос от сказуемого. Кормятся чем? Желудями. Прикладываю к сказуемому. Ура! Лесные мыши кормятся желудями. Осталось восстановить один фикус. Бежим к нему. Ловят хищные мышей птицы. Основа птицы ловят. Это ствол. Прирос. Задаем вопрос от подлежащего. Птицы какие? Хищные. Прикладываю к подлежащему. Теперь задаю вопрос от сказуемого. Ловит кого? Мышей. Прикладываю к сказуемому. Ура! Этот текст восстановлен. Пойдемте теперь в сад «Листопадничек» Соколова-Микитова. Если что, у меня и книжка с собой. Здесь деревья стоят, только листья оборваны и мелкие ветки. Посмотрим, что здесь. Журавли улетели. Это основа предложения. А вот то, что лежит на траве. Далекие, крикливые страны. Так, задаем вопрос от подлежащего. Журавли какие? Может быть, далекие? Вера, ну как такое может быть? Гляди, и листик не прирастает. Тогда крикливые. Прикладываю. Приросло. Покажи-ка этот листик. На нем написано «в страны». Задам вопрос от сказуемого. Улетели куда? В страны. Давай приложу. Готово. Осталось слово «далекие». Если это не журавли, то, может быть, страны? Страны какие? Далекие. Прирос. Только не к стволу, а к другому листику. Наверное, потому что вопрос к этому слову мы задали не от главного члена предложения, а от второстепенного. Точно! Крикливые журавли улетели в далекие страны. Проверю по книжке. Вот, улетели в далекие страны крикливые журавли. Странно. Слова те же, но предложение звучит по-другому. Ага, становится грустно. Порядок слов создает настроение? Да, есть такой художественный прием. Сказуемое здесь стоит раньше подлежащего. Это привлекает внимание к действию. После сказуемого про далекие страны. А подлежащее стоит в самом конце. Именно так.
В результате предложение звучит более эмоционально. Вот это да! Ну, двигаемся дальше. А вон там еще голое дерево. Бежим туда! Так, бобрятки спят. Вокруг много всего рассыпано. На сене, пушистые, сладко-сладко, в уголке. Попробую разобраться. Бобрятки какие? Пушистые. Спят где? В уголке, на сене. Да ты уже наловчилась? Ага. Фома, что там осталось? Сладко-сладко. Спят как? Сладко-сладко. Готово! Проверяем. Пушистые бобрятки сладко-сладко спят на сене в уголке. Проверю по книжке. В уголке на сене сладко-сладко спят пушистые бобрятки. Это предложение звучит более уютно. А здесь тоже сказуемое стоит перед подлежащим. И про сено не в конце, а в начале. Изменение порядка слов наполняет текст чувством, и он становится художественным. Удивительно! Это правда. И мы спасли еще один фикус. Ура! Остальные растения, кажется, в порядке. Смотрите, идет. Ну, спасибо вам, ребята. Теперь сады спасены. Мы были рады помочь. До свидания! Мы так подробно разобрали древовидную модель. Теперь я все поняла. Давай-ка проверим. В кустах чирикают маленькие птички. Основа предложения – птички чирикают. Угу. Птички какие? Маленькие. Чирикают где? В кустах. Выделяем словосочетание «маленькие птички» и «чирикают в кустах». Браво! Вот видишь, если следовать порядку, то все получается как надо. Ага, а предложение похоже на команду. В ней каждое слово играет роль. Это точно. Ура! Я разобралась! И все благодаря старшим, которые делятся опытом. Вот-вот, если к ним прислушиваться, то будешь в выигрыше. Спасибо вам, дядь Миша. Спасибо, Алтайка. До свидания. До свидания, Михаил Гаврилович. Счастливо, дружище. Спасибо вам. До встречи, друзья. И помните, без столбов и забор не стоит. Неси, Алтай, ошейник свой чудесный. Вновь доктор дядя Миша ждет гостей. Нам предстоит немало путешествий. Вопросов, разговоров, новостей. За столом друзьям не тесно. Разговор идет живой. Будет в школе интересно. Вместе с Верой и Фомой.